Тверь, огородный переулок, дом 8. С 1957 года здесь, на берегу Тверцы, располагается грибная база спортивного общества «Спартак». В настоящее время одна из баз спортивной школы имени олимпийской чемпионки Антонины Серединой и центр спортивной подготовки школы высшего спортивного мастерства Тверской области. На территории расположены двухэтажные деревянные здания с пристройкой для тренажеров, эллинги для хранения лодок и несколько вагончиков-раздевалок. Удобство на улице. Отсутствует возможность принять горячий душ, есть только холодная вода. Осенью прошлого года здесь, по инициативе правительства Тверской области, началось строительство современного многофункционального центра «Грибная база» на Тверце. Работу ведет известная компания «Тверь Гражданстрой». Сейчас идет первый этап строительства. В него входило, здесь убрали больше 30 тополей и берез. Идут, уже завершились раскопки археологические. Идет укрепление берега. Укрепление берега идет, выставлены габионы. Вот катается у нас здесь серьезная техника. И сейчас здесь будут забиты сваи по периметру, которые будут идти уже в строительство нового здания. Общий объем строительства из бюджета всех уровней составит около 250 миллионов рублей. В настоящее время работы идут с небольшим отставанием от графика. В частности, окончание первого этапа было запланировано на март текущего года. По словам Николая Ковалева, строители в непростых условиях делают все возможное и работают на совесть. Я думаю, что не всегда они не выдерживаются просто так. Вот, допустим, по укреплению берега, они начали работать с ноября месяца. Это на самом деле достаточно сложное сооружение. Чтобы выставить габионы практически до февраля месяца, в феврале уже начали делать, но вода еще большая была. Вот сейчас это все в таком находится рабочем моменте, но работа ведет. Окончание строительства запланировано на середину-конец 2022 года. В современном многофункциональном центре будет создано все необходимое для развития грибных и других видов спорта в течение всего года. Здесь будет построен центр, он называется многофункциональный. В нем будут включены два игровых зала, в которых будет полная начинка, это и волейбольный, и баскетбольный. Это будет зал сухой гребли, где будут тренажеры для гребцов, зал силовой подготовки, штанга, гантели. И вот там будет конференц-зал, будут кабинеты для работников школы высшего спортивного мастерства, будет 4 раздевалки с душевыми, будут все условия для малоподвижной группы населения. У нас запланированы пандусы заезда и к воде, пандусы по всему периметру здания, туалеты душевые также для этих людей будут предусмотрены. У нас будет 3 комнаты отдыха, 3 мини-комнаты гостиницы для спортсменов иногородних. Достаточно неплохая начинка. Цокольная часть – это эллинги, которые вместят уже не как здесь было 300 лодок, а там будет большее количество. И у нас гаражи, мастерская для ремонта лодок. Такой вот перечень. За 60 с лишним лет на грибной базе на Тверце выросло не одно поколение чемпионов. Сдача в строй нового современного спорткомплекса без сомнения даст новый импульс для развития гребли и других видов спорта в регионе.